Лечиться, принимать таблетки, ингаляцию делать. Никита знает, как лечить простуду. Четвероклассник выполнял все рекомендации врача. Сегодня пришел за справкой в школу. А еще несколько дней назад у него был постельный режим. Плохо себя чувствовал иногда. Ночью просыпаюсь, кашляю сильно. Голова болела. Подобные симптомы сейчас есть у многих маленьких нижнекамцев. Педиатры в режиме нон-стопа ходят на домашние вызовы. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ у детей стал наблюдаться именно на этой неделе. К примеру, в этот понедельник в поликлинике позвонили родители 625 детей, чтобы вызвать педиатра на дом. На прошлой неделе, в понедельник, эта цифра составляла 460 звонков. Просто кашель, насморк. Температуры не было. До сих пор кашляем, долго проходит кашель. Самочувствие было достаточно плохое, высокая температура, кашель, насморк. Но резкой волной сегодняшнюю заболеваемость ОРВИ назвать нельзя, говорят врачи. Все это было ожидаемо. Каждый год с приходом первых настоящих холодов наблюдается сезонный всплеск респираторных простудных болезней. Это обычное сезонное, да, нет такого, что прямо как-то иначе было в прошлом году или в прошлые годы. Это как всегда в такое время. Поэтому вот опять же, да, эта особенность, когда у нас то, что именно по понедельникам по каким-то причинам, да, чаще всего наплыв выходные дни. Все дома, либо где-то гуляют. Вот в это время мы все рекомендуем, как бы, да, все-таки избегать мест массового посещения, да, вот эти какие-то мероприятия, ограничивать витамины, закаливание, вакцинация, ну, профилактировать. А еще нельзя заниматься самолечением. При любых симптомах ОРВИ вызывать врача или обращаться в фильтр-кабинет, который есть в каждой детской поликлинике. На повторные приемы врачи просят записываться уже через портал госуслуг. Записываться мы все-таки рекомендуем через портал госуслуг Российской Федерации. При этом мы сейчас открываем запись к врачам-педиатрам и к врачам-специалистам на 14 дней вперед. Соответственно, как обычно, в 7 утра будет обновляться запись, но вы уже сможете ее на 2 недели. Да, уже больше будет возможности записаться. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, новости НТР.